Всем привет-привет! Вы на канале Лаплейс. Мы с вами продолжаем играть в Crusader Kings за матриархат в Африке. Вот это вот наша территория, насколько вы помните. Это территория нашего сводного брата. Ага, точно, я тут вспоминаю, что произошло. У нас умер отец, видимо. Да. И подарил нам вот этот вот кусочек, и, соответственно, все, видимо, самому старшему брату подарил. Но я думаю, что мы очень хороши в интригах, я думаю, мы будем интриговать прямо очень сильно. И первое, наверное, на что нам стоит вообще обратить внимание, это, во-первых, муж, потому что, как я уже говорила, не очень-то много у нас времени на детей, а династию надо все-таки развивать. Так, вот мне вот этот нравится. Он не очень старый, при этом гений. Может нас подтянуть немножко в дипломатии. С другой стороны, этот классный военный, он садист. Уф. Но Геракл, то есть мы можем передать нашим детям сильное тело. Но я думаю, что все-таки вот плюс 3 ко всему, если мы интеллект передадим, это будет лучше. Поэтому мы, да, забираем этого парнишку, надеваем на него корону, или не корону, чулму. Да. Сразу принимаю вашу руку. Сразу надел корону, точнее. О, открытое достижение, пока смерть не разлучит нас. Прекрасно, люблю достижения. Что ж, так, ты, дружочек, видимо, дофига наглый, да? Мы тут, знаешь ли, ага, беги! Беги, мы тебя догоним. Сейчас мы его выгоним, наверное, и нашей армии уберем. Так, вот, мы в очереди на наследование титулов. Четвертое место, да, четвертое место. Это значит, что нам нужно убить всего-то какое-то количество народа. Только надо понять, какое. Так, мы вообще-то в очереди наследования титулов довольно небольшое. Это наш... А, наша территория. Потому что эти начали рожать детей, видимо. Старательно. Очень быстро. Ладно. Убежали они у нас за границу. Да? Что-то догонять, что ли, надо? Ты не хочется их догонять? Ну ладно, пускай тренируются наши войска. Вот что я думаю. Ага. Подождите, мы с ним воюем, что ли? Нет, мы с ними не воюем. Поэтому мы распустим вот это все добро. Посмотрим, с кем мы хотим воевать. Я думаю, что вот это, например, можно взять себе. Мы не знаменитость. Мама была наша знаменитость. Мы пока что не знаменитость. Опять нам графствами отдельными покорять. Так. Перемирие. С этим у нас перемирие. Вот с этим у нас. Ну-ка, вот с этим у нас что? Вот с этим вот. Бить войну. Союз у нас. Ага, союз. Союз. Плохо. Плохо. Давайте, может, все равно его убьем. Надо же тренироваться, да? Мы даже... Автоматически у нас соучастники появились. Я подозреваю, что это наши братцы. Аллергия. Да ура, ма, избавься от кошки. Мой муж стоит передо мной с красными глазами и шмыгущим носом. В его руке болтается царапка. Я больше так не выдержу. Я едва могу дышать, когда она рядом. Царапка останется со мной. Уж не сдохнешь, не бойся. А с ним получше отношения. Так, соблазняться он вообще не хочет. Почему? Потому что мы ему не нравимся, он садист, мстительный. Ладно, мы, значит, начнем с
происков по улучшению отношений. Так, признать войну, война за независимость. При отказе мы потеряем дофига репутации. Слушайте, ну давайте хоть с этим заодно повоюем. Так, равна, да? Мне нравится, что мы равны с ним по силе. Мы к этому не будем сильно торопиться. Мне кажется, он сам справится вполне себе. Что тут крошечная совершенно война. Так, перемирие. С вами... Ого, а с вами перемирия нет. В том, как держится мой гость Сима, есть нечто странное, но я никак не пойму, что. Возможно, это просто проделки разгулявшегося воображения, но зловещее предчувствие не дает мне заснуть всю ночь. Я немедленно изучу этот вопрос. Мое расследование неопровержимо доказало, что Сима виновен. Он ни во что не верит. Вот мразь! Вот Боров! Эти знания не пропадут в туне. Дружок. А, вассал обрадовался нашей собаке. Похоже, верховный вождь Бирам усиливает безопасность при дворе, надеясь обнаружить предателей-заговорщиков. Вождь Адам беспокоится, что привлечет к себе ненужное внимание. Усесть со мной необходимо обрубить немедленно. Так, и смотрим, что у нас получилось. Все равно у нас хорошие соучастники, благодаря вождю Омеру. Так, ну, я хочу все-таки по чуть-чуть. Да, я жаденка, но я хочу по чуть-чуть. Вот эти все территории все-таки себе собирать. Потому что мне совершенно не нравится, что вот они хотя наши родственники, но это другая династия. И мне совершенно не нравится, что они вот такие вот крупные. Ну куда вы пошли, ёлки-палки? Бегать тут за вами теперь. Нет, это другая территория. Хотела возмутиться, что они объединиться успели. Моя дорогая сестра, призываю вас соблюсти наш союз и присоединиться ко мне в войне. У нас нету такого количества репутации, чтобы отказывать. Но придется все-таки немножко поучаствовать, на самом деле. Царапка, тайна раскрыта. Мяу! Я смотрю, как царапка забрасывает свиток к моим ногам. На нем печать, судя по которой автором является моя тайная советница, поддавшись... любопытству, я просматриваю текст. Моя любовь к другому. Она скрывала любовника. Я должен знать об этом. Нет, зачем? Меня устраивает, в общем-то, наша тайная советница. Она не настолько талантлива, как мы. Мы люди готовились несколько недель. Повара подкупили, чтобы смотреть в другую сторону. Яд добыли, а утку получит лично в руки. И он отрут ядом, а душистые приправы перебьют запах. Последнее, что ощутит моя цель, это мертвенная горечь. Хорошего аппетита. Война закончилась. Благодаря утке и флакону с отравой, верховный вождь наконец-то мертв. Похоже, все мои участники вне подозрений, а значит, никто не узнает. Прекрасно, еще и войну какую-то мы закончили пораньше. Вообще славно. Ну что, кто следующий? Кстати, видите, разбились они на куски, что хорошо для нас. Может, еще кого-нибудь? Давайте вот еще вот этого завалим. Мне нравится эта большая территория. 21, плохо. Объявить войну. Убийство. 21. Это, видимо, базовый. То есть, если у нас нет какого-то прям классного чувака на примете. У них, кстати, довольно много. О, муж может гордиться. Прекрасно. Довольно много армий, вообще-то. Мы сейчас, правда, успеем, я надеюсь, до того, как они завоют все 100%. Теперь нам не важно, сколько у них армий.
Все. Мы можем создать герцогство Кеби. Мне, знаете, на самом деле скорее интересно, что нам нужно. А, нам мы создадим герцогство Кеби и сможем в следующем создать королевство. Поэтому давайте создаем. Да, королевство Хаусленд. Здорово. Так. Кажется, Галадима Арма еще может встать на мою сторону. Возможно, я докажу, что сигуисты должны поддерживать именно меня, а не других барийских правителей. Ну, попробуем 52%, что получится. Раскатал мой замысел. А, дружок, встреча совета. Когда я собираюсь с советниками, моя собака, дружок, подходит ко мне с умоляющими глазами и повисшим хвостом. Он не любит оставаться в одиночестве, но такое важное собрание. Не место на собраниях. Может, он подарочек отправит? 12 монет. Хотя бы не такой сильный минус. Я выхожу из зала собрания, и выясняется, что дружок не ждет меня под дверью. Я обыскиваю все мыслимые места. Вдруг собака в страхе куда-то забилась. Неожиданно мне попадается мой воитель. Он сосредоточенно чешет бурый живот какой-то собаки. И собака эта выглядит точь-в-точь как дружок. У вас бесценный друг Магаджи, это Урама. А может быть, всех дочек старших называть Даурама? Кстати, мне нравится, что у них отчества нет. Если честно, из-за после путаницы вот этой безумной с отчествами в Руси. Как там у нас... Сколько до знаменитости? Еще сколько-то? Против... Началом схваток меня охватил невероятный покой. Ушли все волнения. Меня ждало величайшее из чудес древесных духов. После долгой, славной борьбы я родила чудесного мальчика. Давуд. Пускай он будет Давуд. Так, против нас только крестьянский сброд. Это он слабенький достаточно. О, наконец-то мы можем чуть-чуть подкачать интриги. Так, поиски вредительства и секрета. Что нам нужно? Давайте подумаем первым делом. Нам, наверное, нужно... Нам интриги нужно. Подделка влияния, вот это все. У нас лишняя территория появилась. Лишняя территория. Кому бы ее отдать? Ну, сиблинги наши, к сожалению, не у нас, да? Нет, не у нас. Так что реально придется ее вот продолжать раздавать всяким канцлерам. Канцлер 11. А, ну, кстати, уже с территории, прикольно. Ну-ка, Саркина. О, наша тетя, кстати, о птичках. У нее уже вполне себе... Вполне себе у нее уже есть территории. И у нее есть дети. Ух ты, какой красивый кузен. Давайте-ка мы этого красивого кузена наградим вот территорией. Вот так вот. Это хорошо. У нас появляются в династии наследственные признаки. Кстати, по поводу нашего сына-то я не гляну. Нет, он у нас очень самый простой сын. Воители малочисленны. Так, все. 5 запретить. 6 у нас воителей. Но я что-то не хочу нанимать их сейчас. Консорта можем взять. Можем взять вот этого Симу. Гиганта. А-а-а. Небольшой штраф здоровья. Не очень привлекательный, зато какой доблестный. Но у нас будут гигантские дочери. Конец перемирия. Пытаюсь улучшить мою репутацию. Бестолковый канцлер соглашается на договор, отменяющий некоторые пункты старого соглашения, которое заключил Фарбас и я. Фарбас непременно поймет так, что теперь может убить мне войну в любой момент. Серьезно? Я тоже могу. Прекрасно. Там только этого и надо. Чтобы мой муж легче отзывался на попытки сближения, могу добавить комплиментик. Он у нас... так, юношеский пыл, напористость. Я думаю, что юношеский пыл. Давайте
У нас, правда, чихает тут от аллергии, ненавидит нас немножко. Доставило мне немало удовольствия. Прекрасно. Собираем, собираем, все к себе собираем. Я прямо, знаете, опа, союзников призвал. До союзников мы еще дойдем. Я наслаждаюсь верховой ездой на природе, и дружок бежит рядом со мной, когда вдруг он вырывается и убегает. Свит уверяет мне, что он вернется, но если нет... Ко мне, дружок, ко мне! На поиски уходит всего несколько минут, и вот уже дружок стоит передо мной, радостно виляя хвостом, словно ничего не произошло. Просто сжимает в пасти, когда он осторожно кладет добычу передо мной, я вижу пару золотых монет. Настоящий добытчик. Не то, что некоторые наши вассалы. Так. Царапка приносит очередную дохлую крысу. Это здорово. Так, этот есть красавчик с претензией на графство. На самом деле сейчас, когда мы племенные, нам, конечно, эти претензии особо и не нужны. Ой, как далеко, нет. Ну, они неинтересны, их не, мы не будем приглашать. Воителей не будем приглашать. Узники у нас. Ну, тоже вот как-то ничего интересного. Их даже... Ой, подождите, что-то я торможу. Да, мы не можем отказываться. Так, распустить всех. И, кстати, по поводу нашего мужа. Он у нас дипломат, да? Или, может быть, управленец? Ну, чуть-чуть он управленец. Пускай он подтянет наш четвертый домен. И давайте посмотрим... Как у нас... О, новая культура и новая... новый контроль. И мы с кем-то воюем? Мы с кем-то воюем. С кем мы воюем? Крестьяне в графстве вождества Адаура пребывают в отличном настроении. Урожай обилен, дороги безопасные. Они дарят нам 15 монет. Мы ли мы можем забрать... 75. Нет, не будем забирать 75. Я так подозреваю, брат на брата напал просто. Мы, конечно, добавили тут им немножко такого сумбура, убив их папаню, нашего старшего брата. Мне еще кажется, что было бы неплохо на самом деле что-нибудь здесь построить. Мне обычно, конечно, пишут на это, что все равно при феодализме. Две монетки еще принесла. Все равно при феодализме это все исчезнет. Но, во-первых, кстати, я проверяла, нет, не исчезает. Во-вторых, это все-таки нам до феодализма, может, лет 300. Так, что-то на четвертой скорости очень медленно, без вообще без осадных орудий, конечно, очень-очень медленно идет осада. То есть мы просто пришли, поскреблись тупо в стены. А все, похоже, нам можно распускать войска. Да, распускать войска и смотреть... Так, я что, серьезно собираю армии? Нет? Я же не собираю армии. Собираю. Все, нам доступны интриги. Скорость надо уменьшить. А то они как-то слишком все резвые стали. Вот, эффективность противодействия поискам плюс 50. Скорость прогресса шпионажа. Знаете, наверное, сила происков убийства. У нас неинтересные титулы мы наследуем.
Судьба не всегда была благосклонна ко мне. Бори знает, в тот день, когда я и Бота встретились, на меня пало проклятие, которому лишь сегодня пришел конец. Судьба улыбнулась мне. Этот бессердечный трус покоится в могиле. Я понятия не имею, что это за тип. Я думала, муж умер. Так, вот эти, да, против нас выступали. Покорить можем. Нет, не можем. Слишком дорого. Равны. Это плохо. Мы вот что сделаем. Мы соберем охоту, чтобы нам престижу получить, и призовем просто нашего какого-то союзника. У нас есть союзники. Так, 250 монет нам, кстати, еще нужно. О, беременность. Когда я и мой придворный поднимаемся на вершину холма, до нас доносится страшный шум. Трещат сучья, хрустят ветки, орут перепуганные птицы. Мы можем могучего зверя выстрелить. 71%, что убьем. Убили. Прекрасно. Давайте посмотрим, что нам это дало. Престиж плюс 0,5 месяцев. Это замечательно. Охота подходит к концу, и мы седлаем коней. Прости, девочка, но... Это наша претензия. Мы, знаете ли, были ранее... Мы тут наши племянницы даже. Это территория нашего папки. Так, у меня есть какое-то подозрение. Зараза. Да, вот здесь вот она сидит. Милые улыбки, маленькая ложь. Сынуля у нас очаровашка. Царапка. Мой кузен подходит ко мне пылающим гневом глазами. Это всего лишь кошка от Валена. Его поцарапала. Видите ли, подумаешь. Это же ребенок. Он наверняка с содранными коленками. Крестьяне восстали. Где вы там у нас восстали? Так не вовремя. Совсем не вовремя. Сейчас мы вот с этим закончим и пойдем туда. Обязательно закончим. Когда-нибудь мы закончим. Так, деньги мы не тратим. Прямо давайте пообещаем не тратить деньги. Вообще лучше всего, конечно, это... Деньги зарабатываются на захваченных заложников и на каких-то грязных, гадких секретиках. Кстати, про секретики. Сколь бы ни было велико мое облегчение, радость моя несравнима больше. Я родила чудесную дочку. Чудесную дочку Деураму. Она тоже у нас без наследственных признаков. Но, возможно, у нее еще там... Ну, то есть у ее детей, может быть, как-то проклюнется что-нибудь. Там через поколение вроде тоже на себе проклевывается. 48%. Сперва вот с этими разберемся, красавчиками. Потом пойдем уже... Эх, далеко-далеко, вот сюда. Вот это тоже, я думаю, кстати, у нас есть вот на это тоже все претензии. Я бы хорошо когда скучить все хотела все-таки. Так, ну вот. Вот и куда. Во тьме ночной оживают тени, которыми полнится замок. С каждым обнаруженным неохраняемым уголком я все острее чувствую, как легко к нам может проникнуть враг. Если я в одиночку вижу столько способов проникнуть сюда, то представьте, сколько вариантов тыщуть несколько столь же внимательных людей. Улучшенная оборона. Честно, я реально думала, что мы начнем прямо убивать. Но пока мы росли, все успели умереть сами. Работа при вашем дворе, по-прежнему не могу приоткрыть ни одного секрета. Продолжай, балда. Вакантное место в совете у нас. Маршал. Подождите, серьезно, у нас вот такой маршал?
Вообще голяк у нас по кадрам, конечно. Канцлер, вот прям мне вообще никого интересно. Вообще. Так, царапка, очаровал, вассал. У нас безумно, кстати, живучие животные, но я подозреваю, что они сейчас очень быстро начнут умирать. Послушный шепоток и мелкие детали довершили головоломку. Моя управляющая куда лучше разбирается в искусстве интриг, чем считают при дворе. Мне изрядно беспокоит знание, что при дворе есть такой человек, но я могу многому научиться, если мне удастся добиться ее доверия. Работая при вашем дворе, по-прежнему могу... Давай. Через много дней я и Фатим, наконец, случайно столкнулись, когда она была одна. Госпожа Фатим, мне хотелось бы... Если, войдя в комнату, вы видите, как ваш супруг кричит на молодую его слугу за то, что тот уронил тарелку, что вы сделаете? Она проверяет меня. Возможно, это шанс показать ей, что у нас много общего. Я попрошу обе стороны рассказать свою точку зрения. Она делает паузу, с таким лицом сложно съела что-то кислое, затем продолжает. На полпути к полю битвы, едва вы разбили лагерь, к вам обращается офицер с вопросом, что делать с пойманным шпионом. Очевидно, так, знаете, я прошу офицера разобраться с этим, оставить меня в покое. Ее брови опускаются вниз, взгляд становится холодным. Вы приняли решение, скажем, повысить все налоги в графстве и замечаете, что один из вассалов открыто возмущается этим решением. Что вы сделаете? Наказание – единственный возможный вариант. Нахмурится и отходит назад. Я буду вам признательна, если вы больше никогда не будете поднимать эту тему. Не дожидаясь моего ответа, она уходит по коридору, стремительно растворяясь в тенях. Это было непонятно, но я, очевидно, сделала что-то не так. А еще я, похоже, все это время у меня была не пауза. А, нет, у меня была пауза, просто это все есть. За крестьянами мы больше не бегаем. И идем мы на столицу благополучно. Все. И я не туда нажала. Теперь у нас канцлер на крючке из-за подделанных. Ладно, мы ничего с этим делать не можем. Ладно, не страшно. Не огорчаемся, глупости это все. Я солгу, если скажу, что мне не было приятно видеть, как скорчилась Саркина, узнав, что мне известно. Отведя меня в сторону для приватной беседы, моя тайная советница спрашивает, что ей нужно делать. Давай, немножко золота. Так, бебе, какой-то канцлер. Канцлер у нас бесполезный и вообще мудак. Мы это так знаем. Он нас еще и подставляет, но у нас вообще нету. Хотя, подождите, есть ведь один вариант, да? Нам только нужны незамужние... О, Иджа. Давай-ка мы тебе жену какую-нибудь получше выберем. Так, подождите. Это уже мужчина? А ты женщина? А, это женщина? Ха-ха, это женщина. Ты так просто не скажешь. Я думаю, что это за странный такой брак. Вот, теперь у нас есть человек... Видите? Который тут чуть-чуть получше. 58%. Зараза. Все, идем на столицу. Мы можем призвать своего союзника, можем создать королевство.
Честно, я думала, что это будет очень быстрая война, что мы просто завоем маленькое графство. Моя госпожа, эта болезнь заразна, будьте осторожны. Моя Магаджи удерживает меня. Пораженная болезнью тела, простолюдина с кожей, покрытой пятнами и волдырями, лежит на столе. Любой, кто коснется трупа, рискует заразиться, а мне... Мне как раз надо было съездить посмотреть, как там Габир, владение хозяйки, которая является моя тайная советница. Мы можем забросить туда труп. Но мы не будем этого делать. Зачем? Это наша территория. Я не против вот этим вот забросить. Так, наша тайная советница улучшает отношения наши. О, Сарапка уже давно не котенок, а когда она взбирается ко мне на колени, я чувствую, как она дрожит. Я нежно поглаживаю ее пеги и мех и слушаю ее мурлыканье. Когда наступает тишина, я понимаю, что она больше не проснется. Это всегда очень грустно. Госпожа, мне стало известно, что вам может пригодиться человек моих талантов. Ко мне с улыбкой подходит Мамади, мой новый знакомый. Вы мне точно пригодитесь, чувак. Наконец-то! Наконец-то у нас реально классный тайный советник. Мой вассал прибыл к стенам моей резиденции с огромной процессией из хорошо одетых дипломатов, рыцарей и экзотических артистов. Это сборище напоминает парад, который возглавляет лично Сидиби. Зычным голосом Сидиби сообщает, что здесь, чтобы выказать мне дань уважения, и что она хочет преподнести золото мне в дар. Подобную щедрость редко встретишь у вассалов. И то, что Сидиби хранит мне верность, бесценно. Мы можем сказать, пожалуйста, входите, золото положите слева. Это хорошо, нужно золото, но я хочу королевство, я хочу королевство. Так, сколько у нас там? 58. Работая при вашем дворе, по-прежнему не могу приоткрыть ни одного секрета, однако, правда, не должна нас останавливать. Надо уже заканчивать эту войну, она, мне кажется, длится всю серию. У нас тут увеличиваются территории вокруг нас, и мы все еще... О, хаосские традиции, прекрасно. Мы все еще тут просто мнемся. Моя дочь, наследница Даурама, необычайно спокойный ребенок. Славно. Спокойный, так спокойный. Сейчас, секунду. Так, это вот сюда. Религия, контроль... Наша культура интересуется новой инновацией западноафриканские каноэ. А мы только за. 50 лет, конечно. А что поделать? Зато мы теперь можем получать штраф за максимальное текущее развитие, когда развитие достигает 20. Кто бы знал, что это значит? А мы заканчиваем. Наконец-то она уже вырастет. У нее грудь уже вон какая выросла за то время, что мы вот отвоевали. Но это того стоило. Смотрите, я просто люблю, когда у нас империя такая шарообразная. Так. Наша племянница хочет выкупить кого-то там. Она племянница и вассал. Ладно, забирай. А, и 10 монет она нам дала. Так, мы не можем союз разрушить, к сожалению. Да, но мы, кстати, сможем его просто убить. Должны же мы хоть как-то вообще... Так. Как-то использовать то, что мы в интриге. Так, в нужный час моим сообщникам потребуется безопасный путь отхода. Я лично исследую окрестности. О, мы беременны. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. А тут у нас 71%. Но еще мы вот так можем сделать. Оп, и дружок умер. Нет, не то. Вот так можем сделать, чтобы он нам помог, поддержал. И 87. Хорошо. Я думаю, что на этом мы, пожалуй, закончим.
У нас тут опять какая-то война. А, да, мы согласились поддержать. На этом мы закончим. Всем спасибо большое, что смотрели. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Если вдруг вы захотите поддержать мой канал не только лайком, то у меня есть в описании ссылка на фонд для новых игр. На этом я прощаюсь. Всем пока-пока.